Всем большой привет! Сегодня у нас пятница, я закончила рабочий день рано, до 12 только сегодня работала, как обычно. Сейчас иду в центр, то есть меня муж завез в центр, а сам поехал домой. Вот, будем ходить с вами по магазинам. Вы знаете, после отпуска, это же у меня получается первая рабочая неделя, так она быстро пролетела, я даже не успела моргнуть глазом. Не знаю, с чем это связано, но реально очень быстро дни как-то прошли. Да, сейчас будем гулять по магазинам, посмотрим, что нового появилось в Германии. Нахожусь в магазине ДК Макс. Есть интересные продукты, но только коробочки от продуктов. Первая нашла вот такой вот beauty blender. 9,99 € всего лишь. Вот таким вот образом выглядит. Голубенький, прикольный. Смотрите, продукты от стила. Я не поняла, что это такое. А, лип винил называется. Такая упаковка интересная, огромная и достаточно яркий цвет. Смотрите, от Fenty Beauty by Rihanna Pro Filter Concealer. Его вытащили, походу, я не вижу нигде. Потом от MAC помада за 12,99 € всего лишь. Оттенок Fun Fair, такой красненький, не буду сейчас вытаскивать. От Fenty еще это колпачок для ее помады, потому что она отдельно, я так понимаю, сделала помаду отдельно. И вот сам колпак сейчас покажу вам, как выглядит. Вот, видите? И сюда, по идее, помада должна вставляться. Вроде как, я так понимаю. Стоимость 6,99 €. Ну, в ближайшем будущем я как-то помады не планирую покупать, поэтому мимо меня. Смотрите, от Estee Lauder Pure Color Envy. Это что у нас такое? 14,99 €. Lip Repair. Так, давайте откроем, посмотрим. Не пойму, что это такое. Опа. Это, видимо, наверное, какой-то бальзам-блеск для губ. Ничего не написано. Классная упаковка такая. Короче, может быть, вы знаете, что это такое. Pure Color Envy. Я так думаю, что это все-таки бальзам какой-то. Потом от MAC есть вот такой вот хайлайтер. Он такой кремовый. 14,99 € стоит, но его уже просвочили. Видите, там пальчиком кто-то залез. А, это база, Cream Color Base написано. Может быть, это тени такие? Так, что еще интересного я тут увидела? От Fenty что-то еще было? А, от Fenty. Тональная основа, вот она. Но это темный оттенок, жалко. Был бы светлый, классно было бы. От Kiko различные тени. Такой красивый цвет. Прям осенний. Wet and Dry Eyeshadow. То есть сухой можно наносить и по сухому, и по влажному, видимо. Так, что еще здесь есть? От Profusion вот такая вот палетка для лица. Контур, палетка для контурирования. Это что у нас такое? Тени различные от Love. А, это не тени. А, то есть тени и румяна с хайлайтерами. Ну, просвочили уже, видите, вот этот оттенок, залезли туда уже. Вот их, смотрите, разные. И такая вот цветовая гамма. Ну, прикольно увидишь здесь Fenty хотя бы. Но, говорю же, уже вытащили все. Что это такое? Пилочки. Ух ты. Аурора. Смотрите, что я нашла. Морфи. Представляете, блески для губ 13,99 €. Миниатюрные блески, 4 штучки. Ух ты, прикольно. Впервые Морфи вижу. ДК Макс. Так, пришла на стенд, где дополнительные скидки, красные ценники. Люблю здесь находиться, потому что можно найти что-то интересное иногда. По такой дешевой цене, можно сказать. Более дешевой. Дезодорант. Так, по
пока ничего такого не вижу. Смотрите, что я нашла. Гель для душа от L'Occitane. Представляете? Вервена. Стоимость 9,99 €. Это хорошая цена за L'Occitane. Конечно же, дешевле. Сколько стоил? 15, говорят. Надо в Мюллер посмотреть, сколько эти гели для душа стоят. Такую прикольную кисточку нашла. Посмотрите. Вся такая натуральная, видимо. Омния Ботаника. Не знаю, что это за марка. Стоимость 3,99 €. Стоило 6,50 €. Мягенькая очень. Такую малюсенькую помаду от Estee Lauder нашла по цене 8,99 €. Она супер маленькая, вы посмотрите. С чем бы вам сравнить, с какой помадой? Ну, наверное, давайте вот с этой вот помада. Я такая малютка. Красный оттенок. Вот такой вот яркий цвет. Класс. Смотрю, кошелечки различные есть. Вот это вот прикольная. 24,99 €. Это очень мягенькая такая. 16,99 €. Смотрите, что я еще нашла. DKNY кошелек. Классненький. Такой тоненький, прям вообще супер, сумку маленькую носить. 24,99 €. Бокса или больше. Цена, есть цена. 19,99 €. Тоже прикольная, да? Малюсенькая такая. Разные тут есть. Вот этот. Более как на мужскую смахивает. Стою на стенде L'Oréal, потому что хочу купить в запас себе вот эти вот тени, которые я просто обожаю, с которыми в последнее время постоянно делаю макияж нюдовый, поэтому возьму в запас, пусть будет, потому что у меня уже дырочка образовалась в этих тенях, которые я сейчас использую. Надо брать, потому что у меня такое ощущение, что их снимают с производства. Точно не знаю, просто в Хорватии, когда я ходила, увидела стенд, где эти тени были со скидкой, то есть они все были со скидкой, и на стенде обычном не было представлено этих теней, так что буду брать. Смотрите, новая коллекция Green Edition от Maybelline тоже у нас появилась. Вроде как и обзоры делают вот на эту тональную основу. Я не смотрела, конечно. Ну, вот, 4 оттенка всего представлено, потом тушь. Это, видимо, помада у нас. И также есть пудра. Вот пудра меня интересует. Хотя сейчас очень много пудр в коллекции, поэтому на данный момент покупать не буду. Я не думаю, что это какая-то лимитка. Классная такая зеленая упаковка. Тоже 4 оттенка. Я так полагаю, уже осенняя коллекция начинает появляться. Смотрите, от Catrice тени. О, какая пигментация. Хорошая пигментация. Помады, вау. Посмотрите, какая классная упаковка помад. Ух ты, 3 цвета представлены. Конечно же, меня интересуют нюдовые. Так, это вроде холодный такой нюд. Shine Bomb называется. А, Shine Bomb называется вообще помада, коллекция помад. 0,20 это 0,10, вот 0,20. Я не знаю, на этом освещении кажется более персиковым. А в камеру телефона смотрю, и больше как в розовый уходит. Сейчас свотч сделаю. Вот такой вот цвет, это 0,20. Это не матовая помада, оказывается, это блестящая. Я сделала парочку свотчей вот на эти тени. Их, кстати, видите, разобрали. Я просто в шоке. Я в шоке. 5,95 € стоит. И мне прям очень хочется эту нюдовую палетку купить. Вообще обалденная пигментация. Надеюсь, они качество немножко поменяли, и эти матовые не будут как пыль ложиться навеки. Так что так. Вау. Что у нас здесь? Так, здесь ничего интересного. Пойду в Мюллер. Может, в Мюллер больше представлено этой коллекции. От Essence пока новинок не вижу.
но скидки начались. Видела очень хорошие отзывы вот на эти салфетки, которые нужно ставить, когда вы в сушилку бросаете вещи. То есть вот когда они сушатся, туда кто-то парочку кидает, кто-то одну салфеточку, и вот приятнейший аромат, говорят, от вещей, когда они уже высушиваются. Так что возьму на пробу. Нашла вот такие вот интересные, конечно, туалетная бумага. Она и туалетная бумага, да, ну смотрите здесь, с рисуночками. Ничего интересного, тут цветочки. Лимитированная коллекция написана. Думаю, взять какой из них. Наверное, вот этот с кенгуру. Прикольно, с сердечками. Нахожусь в магазине Тедди. Стою на стенде с календарями различными и с такими ноутбуками. Как они по-русски будут, забыла. Чтобы записывать. Планеры, наверное. Посмотрите, какая красота. Стоимость 7 евро всего лишь. Прелесть. Сюда еще можно что-то вставить. Обычный такой планер. Разных оттенков есть. Маленький, да, уже календарь такой. Вот эти мне еще нравятся. 3 евро всего лишь. Видите, различная бумага там. Вот эти прикольные. А это уже календарь. 3 евро всего лишь. Уже декор появился для Хэллоуина. И также все, что связано с осенью. Короче. О, вот эти вот прикольные подставки под косметику, допустим. Ну, если хотите в таком стиле, если сделать, оформить свой столик. Сюда можно поставить тональные основы, кисточки. Ну, кисточки в каком-нибудь контейнере тоже. И сюда сверху. Красиво. Золотое есть, серебряное. 5 евро. Красота. Итак, я приехала домой, и давайте покажу мои просто минимальные покупочки. Первое, ТК Макс, я нашла вот такую вот подставку. Знаете, она мне чем понравилась. Сначала цену покажу вам. 3 евро 99 центов этой подставочки. Мне она понравилась в том, что здесь она идет прорезиненная. Видите, подставка. И я подумала, что эта подставка хорошо мне подойдет для лаков таких базовых топовых покрытий. Сюда можно положить все принадлежности для лака, основные, я имею в виду базовые топовые покрытия. А цветные лаки, естественно, у меня здесь не находятся. И еще белые, черные. Я вам покажу, вставлю кусочек видео, думаю, и покажу вам, как это будет выглядеть. Мне показалось прям реально очень классная подставка. И здесь тоже, видите, прорезиненная идет она. Вообще прикольная. Единственное, побольше бы было выбора в плане того, что побольше бы таких подставок было, потому что осталась только одна. И плюс там различных размеров были, потому что эти подставки можно использовать по-разному. Их можно также использовать в кухне, ну, для этих различных лопаток, конечно же, не такого маленького размера. Говорю же, там были побольше, средние, еще меньше вот такого размера где-то подставочка была. Ну, так что понравилось. Рада покупочке. Надеюсь, что в ТК Макс такие подставки будут
частенько приходить, и реально удобно даже для макияжа. Почему? Потому что вот это, вот, говорю же, прорезинное, и не будет шуметь так сильно. Вот. Далее, что я купила, я приобрела тени от L'Oréal в оттенке 02 Force, называется, которую я просто обожаю, и захотела в запасы эти тени. Сейчас принесла показать мои, потому что, видите, я использую каждый день эти тени, говорю же, нюдовый макияж, постоянно только этот оттенок наношу на веки, и все, в течение уже не знаю сколько. Так что так, вон уже дырочка видна, поэтому решила в запас взять. Не знаю, в Хорватии эти тени почему-то не были представлены. Я подумала, испугалась даже, что их будут снимать с производства, но у нас и в том, в двух ДМ я была, и в одном, и в другом ДМ эти тени пока что еще стоят, поэтому так что так. Когда, конечно, начнут снимать его с производства, возможно, я еще себе одну куплю. Ну, чтобы мне на всю жизнь этот оттенок хватило, потому что реально классный цвет. И последнее, что я приобрела в ТК Макс, это решила взять вот эти вот тени от Кика. Ну, потому что мне очень понравился цвет. Я вам показала его такой осенний. 1 евро 99 центов всего лишь стоило. 110, наверное, оттенок 110, я так полагаю. Думаю, что да, 110 оттенок. Вот такая вот упаковочка. И также мне стало интересно, что же за качество теней у Кика. Кика Милана или Кика, как правильно говорят. Единственное, мне нужно открыть теперь. Вот, открыла. Вот такой цвет. Сейчас сделаю сводч и покажу вам. Сводч, в принципе, таких оттенков у меня в палетках, я думаю, полным-полно. Ну вот, решила приобрести. Посмотрим, как пойдет эта однушка у меня. Не знаю, говорю же, использую только вот эти тени в макияже. Стрелочка, накрасила реснички и готова. Больше ничего не хочется. Так что так, взяла такой вот оттенок теней. Нравится мне. Люблю я такие цвета. Такой коричневато-рыжий, что ли. Вот. Это все, что я купила. И также хотела вам показать заказ с AliExpress. Я себе заказала, не знаю, как они точно называются, кейсы для телефона, для своего телефона. 5 штук их различных. Вот они красивенные такие кейсы. Очень-очень мне понравились, конечно. Качество, ну, такое... Обычный плотный такой пластик, я думаю. Вот. Мягенькая, но плотная, вот что я имею в виду. И мне понравился продавец, потому что он быстро выслал товар, и очень быстро доставка была. То есть чуть больше недели, наверное, и эти кейсы уже были у меня дома. Вообще я заказ сделала в Хорватии. Короче, я не помню точно, на второй неделе, когда уже вторую неделю мы там отдыхали, я сделала заказ этих кейсов. И также параллельно я в тот же день заказ сделала еще таких, не брючек, как они называются, типа лосины, но не лосины, которые стягивают, а там материал очень приятный. Когда приедет, я вам обязательно в другом блоге покажу. Ладно, давайте перейдем уже к кейсам. Вот первый, вот такой вот я себе купила. Очень мне понравился вот этот кейс, посмотрите. Love Paris. Такой яркий, прям вообще обалденный. И они вот эти вот лепесточки текстурные, не просто залепили, да, там принтовали картинку, а прям немножко есть вот эта вот текстура. И здесь тоже полностью текстурный рисунок. Далее, вот типа сакуры, наверное, да. Только не в розовом цвете, а белом. Вот это мне очень нравится. Вот эти вот чем-то похожие по цветовой гамме. Розочки. Какая красота же, да? Прелесть просто. Вот. И последнее. Вот это я не помню, что я заказывала. Я даже без понятия, что здесь нарисовано. Но тоже прикольно смотрится. Издалека прикольно смотрится. Типа цветочек, наверное. А тут в цветочке что-то там сидит. Девочки, вот издалека покажу, может, я тоже увижу при редактировании, что это такое. Непонятно, павлин? Нет. Вот, это весь мой заказ с AliExpress, то есть
Я только заказала кейсы различные, потому что у меня все испортились, предыдущие, которые я заказывала. И могу сказать, по сравнению с предыдущими, вот это вот качество немножко мне больше нравится. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам влог понравился. Давно мы с вами по магазинам не ходили. Думаю, что немножко вы тоже со мной расслабились и отдохнули. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока!